Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала на восьмерых Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Роксбург. На континенте Азимерика. Так, еще раз, янтарь на обмен есть. Никому не надо. Ой, я вижу шотландскую рыбу. Да. Ты скоро увидишь шотландский Роксбург на Азимерике. Мы пойдем колонизировать вашу землю. Тут я ацтек выделил. Так ты реально на континенте? Или все-таки там какой-то проход есть? Я на острове. На острове. Ширина проплыва одна клетка. Мне пришлось учить плавание. В бассейн записаться. Слушай, Грей, а вот возле Карфавена горы, там на 3-4 кампус. С чего бы вдруг? Ну, я спрашиваю, может, не видишь? Нет, там тоже горы, да, внутри. Не, ну, так, там если, есть место на плюс 4, если я хочу выйти во фрегаты, выше. Что мне для вот этого надо? Две там, гавани, что же дорога при помощи мушкетеров. То есть вот я это? Хочу реально выходить. Нет. А. Выше. Да? Чё? Как, куда я выше? Не там выше сейчас некуда. Воевать с американцем. Чё некуда? Да, левее выше. Короче, там есть место, и ее даже можно обработать, но город там поставить нельзя. Город придется забрать какие-то. Ацтекск. Что хотите? Ничего. Так, давайте в лодь. Просто плаваем. Рейну. Ланце. Так, напомните, пожалуйста, если, ну, например, вот у меня джунгли, а в них бананы. Бананы, предположим, обработаны. Если я хочу джунгли вырубить, это возможно без удаления улучшения бананов? Да. Не знаю, не уверен. Да. Спасибо. Ну, то есть вот тут я хочу... Ну, я думаю, он не то спрашивает. То есть, да, можно удалить джунгли и останутся бананы, но не факт, что тебе не придется удалить сначала улучшение, а потом срезать джунгли. Вот я вот про это. Бананы. То есть, не надо ли мне именно улучшение? Я не ресурс. Тогда нет. Если у тебя стоит плантация, джунгли ты не вырубишь. Ага. Жаль. Сначала то, что однозначно. Ну, я как раз подумал не про то. Садим к жилью. Ну, пока все это не надо.
А, еще бастионы открой. Ну, карточка, я этому воинцу говорю. Я в оборонительной тактике. Хотя я думаю, что он туда, наверное, вряд ли вышел. Тяжело Америку отбивать. Блин, три хода. Если не готов, то вообще шанс. А как ты так профукал? Там был прикол в том, что я разделал территорию, а он туда после этого поставил город. То есть я видел, где его город, но мы не встретились. И он не знал, где я и что я делаю. Ну, он же видел, что берешь генерала. Он не видит, кто берет генерала, мы с ним не встретились. Как это? Ты вот открываешь, смотри, открываешь, наводишь, и там видно, кто берет генерал. Там неизвестный игрок пишет, когда ты не встретился. Нет, там да. Пишет, кто там берет. Пишем, да. Где? Зачем ты им поможешь? Где? Где это пишет? Игрока. Никнейм игрока пишет. Где? 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 В великих людях. В великих людях. Наводишь на знак вопроса, там написан ник. Нет, так это когда уже взял. Нет. Не-не. А, точно. Неизвестный игрок Грей. Ну, это да. Это говно. Все равно этого недостаточно информации, чтобы это что-то дефать. Тут не знаю. Не, ну если он реально не видел твои границы и не знал, что ты рядом, тогда да. Он не видел, он-то и прикол. А тут ты знаешь, что увидел, а что не видел. А потому что смотри, я разведал территорию, озвучил. А через какое-то время там появился город. То есть я вижу, когда город появляется на моих разведанных территориях, но мы с ним не встретились. То есть, соответственно, он не знает, где я. По-моему, Лёша озвучил, что француз будет воевать с Америкой. Же но я знал, он вроде не слышал. Его проблема уже. Да. Блин, тут еще надо несколько джунглей. Грей, а ты далеко вообще? Это за Карфагеном где-то? Ну, я прям сразу за Карфагеном. Ты мне разрешишь колонию поставить где-то? Или ты будешь забирать Карфаген? Карфаген должен жить в обязательном порядке. Ну, я не буду убивать Габешка, я так по морю поселюсь. Я буду где-то там поселиться. За Карфагеном. По чуть-чуть начну картографию открывать. Из Познани надо отправить караван, потому что тут вообще не растет город. Так, ну религия тут в Люблине должна сама распространиться. Все остальные города уже и так в моей религии. Вообще, блин, я еще хочу. Ну, то есть, вообще есть места, где города ставить. Кстати, ты когда-нибудь пробовал играть через монахов-воинов? Пробовали. Как? Ну, отлично. О, надо очень много веры. Надо строить, наверное, Будду. Ну, не обязательно. Сейчас сколько веры. От вырубки неплохо. Если вырубка не в бане, то можно. Но они в дефе. Я не видел, чтобы кто-то нападал. А кто, кстати, так, взял пантеон на вырубку? Друзья? Понятно. Грей, ты взял? Нет. Грей, ты взял этот? Да. Видно, профессионал. Фантом, как там война? Так хорошо. Воюется. Кому война, а кому мать родна, да? Все так. Десять и выше население. О, по Дану. Давайте, может, по Дану. Здорово, Геноцвали. Гамар Джоба. Mm.
Что я засомневался, где мне лучше строить Ападану. И вообще, стоит ли мне ее строить? Антон, с кем ты воюешь? Хочу. Просто хочу. Открою секрет, я не воюю. Ну, я же вижу, что не воюешь. А что это я вырубил тогда? Здесь. Хочешь повоевать? Я так понимаю, ты хочешь? Там Грузия агрессивно на меня настроилась, не знаю. Мне тоже так кажется. Так, может, повоюем? Может, повоюем. Ух ты, там синенькая бегашка есть. Фиолетовая, то есть. Не, это Инктус. Мне тут нужен юнит какой-нибудь. Варварский желательно. Ты мне в зубы не разговаривай. Ну, я вообще честно сказал, что мне нужен юнит варварский. Сказал ты, как отрезал. Тут нет юнита варварского, если убил. Ну придется твоего тогда убить вместо варварского. Давай, 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 иди к нему, иди. Там цимир. Короче, смотрите, так, такой план. Фантом сверху бьет, а Инвиктус снизу, по-твоему? А потом приплывает еще и качечка и добивает Грея. Как вам? Супер. Нету, говорит, юнитов варваров, и тут мечники прилетают со скаутами. Грей, норм будет. Торговать будем. Так, это клетка к Кракову. Дай, пожалуйста, да. Варвар. Отлично. Все, я могу здесь кампус строить. Ну что, стек так широко селится, что весь юг занял. Представляете, как все тут у меня весь. Четырьмя городами он широко поселился. Я не знаю, сколько у него городов. Но... Прям расселился, не остановить. Да, тоже так было. У меня тоже мало городов. Что там у Америки? Он говорил, какой-то бонус на своем континенте у него. Плюс 5 боевой мощи на родном континенте. У нас с ним один континент. Там это плохо, если у нас один континент. Да, я побережье хочу да, занять. Ты к тому континент. Времени, когда его займешь, игра закончится. Почему ты так решил? Ну, он вполне может ко мне прийти. Мне бы, конечно, лучше защитник веры был. Ну, то есть ему, конечно, далековато идти, но он может все равно прийти. Ну, может, я не все метки, это я так предварительно, как вариант. Я думаю, ты же не против? Ну, с условием я ГГшки трогать не буду, конечно же. Там же дешевые поселенцы на покупку. Я в Роксбурге могу купить поселка, кстати. Продолжаю строителей делать.
нас тут в средневековье. Ну, я опасаюсь американца, реально. Вполне может припереться. Француза армии нету вообще. Так, что там? А, ракус следующим ходом построится. Отлично. Так, если оракул следующим ходом, то можно переключаться на... Ну, мне нужно храм открыть. Теологию. И вот храм Махабодхи. Необходимо соседство со священным местом. То есть я храм Махабодхи, например, тут смогу построить. Не думаю, кстати, что он детка захочет Стокгольм брать. Что-то у меня ход долго переходит. Рассинхрон. У всех долго переходит. Попробуйте шеф-центр по классу. Так, чудо построено. Драма и поэзия ускорена. Вот пойдем сюда. Так, здесь вот эту клетку возьмем краку, чтобы Магнус сработал. Теперь можно обратно Люблину отдавать. Ну и здесь я все-таки куплю эту клетку и не буду пока Магнуса покупать. Оракул готов. Денечку задали, поделим. Ну, здесь кампус все-таки. Хотя, центр коммерции. Ну, это все. Давайте, наверное, все-таки центр коммерции. Я бы, если думал, что гавань может лучше. Там чудо, если ты хочешь посмотреть, Грей, можешь заглянуть. Там этот риф. Выше? По госке, прямо от Рогсбурга право. Тебе дать проход? Ну а как я еще могу посмотреть? Сто монет. У меня есть два мрамора. Ну, я тебе могу дать любой из люксов нашего континента. Слушай, ну не торгуйте вы с Грей, ё-моё. Он же людей выносит. Не торгую. Кого он выносит? Давай, Хачечка, давай как-то встретимся. И я с тобой поторгую. Не знаю, ты Канди нашел? Я нашел, но могу найти только морские города. Ну, я противоположная часть континента вообще, я вас это сразу вам объясню. Ну, я плыву вдоль берега лодкой. Сверху или снизу? И там, и там. Ну, можем встретиться, я тоже плыву лодкой. Че, Инвиктус, какие планы? Надо думать. Андетка, дай право прохода, я только вот три ремы сверху Балтимора проплыву, я не буду ходить по... Окей, следующим ходом посмотрим. Я не буду ходить там юнитами по твоей территории, ничего там высматривать. Я чисто вон проплыть три ремы сверху, а стоит там фиг знает сколько. Эдди Воинс. Тьфу, да. Может, он еще не будет выходить.
будет до конца. Ты у него столицу забрал, что ли? Да. Причем в ней находился и мечник, и лучник. Когда я забрал ее. Ничего страшного. Они оказывали друг другу поддержку. Блин, мне надо как-то стать скаутом. Я реально все-таки боюсь армию американцев. Где вот отсюда, например, может идти, нет? Ты не хочешь дать денежку, Грей? Лагерь. Не, ну только если в обмен на дружбу. Может колесниц поднастроить? Естественно. Хочешь купить дружбу за 20 копеек? Не-не-не, это невозможно, у тебя там шоколадки в третьем городе. Так что, Андетка, дашь проход, нет? Да, сейчас. Что мне за этот проход будет? Давай еще пару дружб тогда. Или союзик один. Пару дружб и союзик. Хренаса. Пару дружб. Слушай, это как бы дружбы и союзики заключаются исходя из геополитической ситуации. Я, ну как, вот, бы, я как бы не вижу. Я не вижу своих. У меня нету других соседей, кроме как с тобой. Но вот эти. Там пару, три союзика, вот это вот, я не буду, я ни с кем так не договариваюсь, это какая-то тупость. Антон? Да-да-да. Скажи, что ты думаешь, ты хочешь на Грея или не будем? Да я думаю, на самом деле, ты не так близко к нему, как я. Ну тут чем раньше, по идее, тем лучше. Еще и качечка флотоводцев. Ну у него там гавани, естественно. Естественно. Надо тут где-то смотреть, если он будет нападать, хотя. Ну, у меня вот опять же местность такая, что не особо и повоюешь. Ну, Египет, по идее, должен нанимать сейчас. Тут, наверное, где-то смотреть. О! Кочерышка, здорово! Я нашел. Я же говорил, мы затриремимся с тобой, загалеримся. Пойду дальше плыть. Чё, смотри, я тебе сразу янтаря. Я тебе сразу... О, я тебе хочу сказать, что я очень далеко, тебе надо будет плыть. А мы очень рядом, Лёш. Я думаю, через океан подать рукой. А, через океан? Да. Ну, приплывай, господи. Ты куда мне? Господи! Чем ставить города, лучше это, да. Лучше сплавать. То есть там Грей выносит всех, но ты поплывешь ко мне. Почему я буду и плыть? Целую лодь захватишь. Лодь. Я говорю, что... Бери лодь. Ну, слушай, может давайте сразу лодь? Просто передам лодь. Че тут ну, тебе давай. Строить армию? А он назад, да, вернется? Не-не-не. Я знаю, эти а детка, так че там? Ну, я не понимаю. Египет, бери торговца. Андетка. Артём, вы где?
отказался, что ли? Так у меня еще нету. А, ну, что такое? Нельзя нанять. Что ты хочешь? Мужик. Блин, ну почему? Так значит, кто-то отказался. Ну почему вот это Египту, ну? Я не понимаю, почему я второй за Египтом, и торговца дают ему? Потому что кто первый получает за прирост, тот и получает торговца. В смысле, кто первый? Египет был первый. Египет был первый. Египет отказался. А там надо клацать. А почему Египет был первый? Он я чего-то не показал. Ай, блин, какие-то читы начинаются. Ага, что за фигня? Клетку. Ну, я даже не знаю, что мне тут надо. Может, тут сюда. Жемчуг. Андетка. Да. Ну, ты примешь или не примешь, я не пойму. Я не заметил. Я же вроде принимал прошлым ходом еще. Ты отказался прошлым ходом. Да? Да. Дурачка включил, посмотри. Ну, в принципе, слушайте, если там шотландец, да, то нафига мне... У меня его будет соперник. Я как бы, андетка, я не вижу причин каких-то там с тобой воевать. Я как бы за союзы полностью. То есть я готов дружбу продлевать, союзы, но просто я не хочу говорить... Типа, давай три союза подряд, типа такого. Ну это, ну. Это странно. Ну, это все вредное влияние Катечки. Нет, три союза подряд это ересь. Это только вот. Короче, это дебилизм. Это только классно, когда Катечка, да, делает. Так я так не делаю, это школьник делает. Школьник надает всем союзам вокруг, потом вообще без войск сидит и фигарит чудеса подряд. И ребята так, тоже. Значит, пока колесница мне не нужна. Школьник. А далеко тебе до союзов? Андетка. Далеко. Мне надо картографию в первую очередь из-за Качечки. Этот парень опасен. Воу, ацтеки. Так, Инвиктус, я только тебя не нашел. Ты где по отношению к ацтекам? Качечка, я не пойму, я тебе кинул обмен янтаря на мрамор. Ты не принял или ты не видел? На. Еще еды нету. Антон, караван надо отправлять отсюда. Идем на Грея или не идем? Идите на Грея. Да. Ну, ты решай. Я с ним тут как бы мы здесь упоримся в Тель-Авиве. И результата это не принесет. Это фуфло, а не юнит. Поэтому все будет зависеть только от тебя. Надо вырубить. Направление просто любое. Я вам открою секрет, он пойдет в мушкетер. Да ты упарывайся там, я упарываюсь здесь, а потом заберу. Смешно. Уже тебя поделили все. Сейчас Леша скажет, там Грей всех убивает, так не торгуйся. А че ты всех убиваешь? Так а че ты всех убиваешь, ну? И Грея. Тебе фантом молил о мире. И ты так ему, типа, не, я сейчас тебя тут, опа. Еще Качечка такой пришел, вот ты отлетаешь, я тебе ничего не дам. А фантом сидел, затаил обиду, и сейчас все будет. Видишь, что происходит? Тебя обманули. Все было не так. Ой, твой рабочий, что ли, друг? Там где-то бегает рабочий с одним зарядом. Да, я его нашел. Может, собраться. Он разведывал. Что тут у ацтека так красиво. Храм надо строить. Видите, четыре культуры. Просто. Слушайте, это хорошее я взял верование для
Польши? То есть это культура от южный веры. Кусок в пустынях голых ты не видишь, да? Нет, не вижу. Ну и что ж там пустыни? У тебя вот я вижу справа 4 желтых холма. В этой пустыне, на побережье. Куча ртути, там соль, северная и река. Да, что мы... Просто. Что еще? Я бы сам туда поставил. Вот, от река, на которой Торонто стоит, вот на ней город по-любому надо ставить. Тут вон две медяшки и озеро под эту. Чеченицу, не чеченица, как это плодомайор. С рыбой озеро просто вообще топ. Слушай, Андетка, так если мы с тобой в союзе будем, наверное, мне тебе тоже стоит открыть тогда границы, чтобы ты мои города увидел. Видимо. Ну, в общем, Invictus тут... Ой, это, в принципе, интересно, но ладно, хорошо, давай откроем границы, можешь походить у меня. Давай, Invictus, короче, слушай, генерал у него тут, армия, ну, далеко не вся, но сколько... 5 юнитов и генерал тоже тут. Так, давай сначала определимся со статусом Стокгольма. Вот я только что хотел это сказать. Стокгольм надо убивать. Нет, если мы договоримся с Андеткой, что он никому не достает, просто 6 послов там сидит и все, тогда, видимо, мы договоримся. Я думаю, это устроит всех. Где Стокгольм? Тебе все расскажи. Согласен, Андетка? Я подумаю пока. Честно, я хотел Стокгольм, потому что я в него отправлял всех своих послов. Ну, у меня та же ситуация. Я вообще-то его первым нашел, начнем с этого. Во-вторых, я и послов туда всех отправил, и, ну... Но ты понимаешь, что если он будет чей-то союзник в данной ситуации, то второму придется его просто захватывать. Либо, ну, я вижу, что у тебя там Амани сидит. Ну, зачем нам в данной ситуации за него спорить? То есть это такой город-государство, который каждый хочет. Антон, давай, объявляем войну. А так мы будем в мире спокойно получать с него бонусы. Никто там не будет возбухать на другой карте, типа у них Стокгольм, давайте их убьем всех, вот это. И он так расположен, что, собственно, кроме нас, его может никто и не найти. Так, давайте, я не знаю. Блин, мне в Кракове не хватает одного жителя, чтобы гавань начать строить. Хотя, с другой стороны, нафига мне тут гавань? Так, какую клетку этому городу? Еще 2 действия. Может, у 2 крабов в Быдгоще? Так, а чё я сюда пришёл? Ну вот ты думай, вырубать, не вырубать эти... Он наращивает мощь, слышишь? Клетки. Он монахов покупает в Телаве. 2 в Телаве, 1 в Тбилиси. У них мощь, если что, 57. Ну я 6 ферм не построю. У меня тут пока негде это делать. По двойным бонусам олигархии. Фланговый бонус. Ну не, под одинарным бонусом олигархии. Но я тебя жду, друг, в этом Батуме-то. Ты же обещал. А, жду, да?
Не, ну у меня в Батуми юнитов X2 от тех, которые на границе с Акстеком, поэтому им-то скучно. Я что-то бегаю, ничего не говорю, не вижу. Ну, плохо смотришь. Ну, у него реально 400 мощи. Ну, я ему помогал с железом. Так они так, сами, я вообще ничего не делаю. Он немного мне дает. Блин, нафига вот я сюда пришел рабочего, не знаю, что мне тут обрабатывать. Я их обижаю своим присутствием. Так, ну во Вроцлаве уже гавань можно. Слушайте, а торговые города-государства есть на карте? А то у меня все какие-то религиозные. О, красавец Париж с висячими садами. Почему всегда города с висячими садами захватываются в древнее время? Проклятие. Может, потому что они строили висячие сады вместо войск? Не, ну я имею в виду и исторически, когда, то есть на выход до Вавилон. Не, подожди, в Вавилоне же висячие сады были. Навуходоносор для своей жены Семирамиды, да, построил? Ну, если да, я ничего не путаю. Как вчера помню, так все и было. И тебе спасибо за игру. Я почему-то не могу город поставить. Почему я не могу город поставить? Карточка стоит, наверное, все. Точно, опять карточка. Да, качечка совсем плох. Перестаньте. Я ж еще помнил, что я ее не вставлял, чтобы город поставить. И ставил прошлого хода. Да ты стратег. Да бог. Может, уже прекратим его в наши игры звать? Потому что человек вообще не старается. Перестань! Давай возьмем. Я знаю, что сейчас вас всех захватил. Вах, боюсь. Так. Я хочу попытаться сейчас вот вырубить это болото, чтобы 13-й житель появился. Так, гавань давайте строить вот здесь. Почему я храм Махабодхи не могу? На самом деле, давай все же столбом это идет мне, а у тебя все же там есть такой прекрасный оракул в твоих городах. Как ты на это смотришь? Ну-ка. Нет. То есть тебе оракул, а Алексею ничего? Нет, оракул и Алексея. А мне Стокгольм. Наоборот. Прошу прощения, тебе Стокгольм, а Алексею... Почему? Давайте мне отдадут Стокгольм. А, можно построить только в лесу, блин. Плохо. Но. Ну, кстати, а вот тут я смогу построить тогда. О, я. Кстати. Он тут, короче, где-то в 5 клетках от побережья. Это самый важный вопрос. Еще раз встретил халец. Детка, если ты не расслышишь, я скажу, что я не согласен. Потому что на строительство оракула я тратил ресурсы. По-моему, логично, чтобы он... Блин, у меня крашнулась цила. Так. Блин, сейчас надо проверить, чтобы комп какую-нибудь фигню не стал строить. Гавань правильно, священное место правильно, библиотека. Ты воина забыл свой. Нет, он идет назад. Ну, блин, не туда отправил. Ты увидел чудо? Он как раз в процессе.
захвата лучника. Просто тогда у меня еще не было важной вещи. Ну, куда он этих? Где тут мой второй кораблик? А, арма. Может купить тут просто? Я вот думаю, тут уже кампус строить. Из Познани вообще бегает, да? Из Познани, из Лодза и, и Люблина бегать. Надо из... Надо из Быдвища отправить. А, я вижу, да, это место на плюс 4. Там оно плюс 5 есть, там левца. Так там не надо город убивать, надо просто вот под гору поставить и все. Не, ну можно так, но может там, пока сейчас мне строителей не надо, я сейчас выйду. А тут уже готовый город. Как там, вот там вот есть вода и Махенджадары. Я сейчас выйду в. А ты между Антиохией сразу. Золотой век. Да? О, там еще и гавань построил. Через 7 но ходов. Я на ее послов закинул, к сожалению. Так, что у нас тут? Империя. Ну, возможно, ты прав, Антиохию, наверное, тоже надо будет забрать. Слушай, может открыть рыцарей на всякий случай. А что я сейчас открываю? Инженерное дело. Нет. Ну ладно, сейчас открою уже инженерное дело. Надо в рыцарей выйти, о, чтобы сел. Алёша ходит, я вот за водичкой. Так я уже походил. Нет. Детка, что ты тремя городами играл и потом напал на француза, да? Да. Ну? Ребят, что вы решили с переходов? В смысле? Я до сих пор переходов повесил. Нет, мы уже у меня загрузился ход. Да, у всех, кроме тебя, походу. Нажми еще раз на движение, на ход с передачи. Может, ты его случайно перенажимал у тебя. Вот, видишь, все тебе хорошо. Отмени, еще раз нажми. Значит, только... Ничего не происходит. А вот у нас показывало, что ты начал ходить, а потом закончил. Короче, выйди, зайди. Ходить. Нет. Пауза. Пауза стоит. Слушайте, а, так подождите, а француза в игре же уже нету? Нету. Странно, я ему дал железо, у меня пишет, что железо. В чате написано, воин, связь разорвана. Ну да, но просто я ему давал железо, и такое ощущение, что оно мне не вернулось. Оно не вернется. Почему? 30 ходов. 30 ходов. Так игрока ж нету в игре. Что ты когда деньги в ход даешь и вылетаешь, деньги в ход все равно даются. Здорово. Поэтому деньги в ход давать нельзя. Ну это бред. Еще ну, один баг вот. Цивы. Это шестая цивилизация. Договор есть договор. Я понимаю, куда это жело. Да, куда это железо идет сейчас, знаешь, какая-то гора железа. Хотя бы андетки, чтобы шло это железо, оно ж в никуда куда-то. Тут торговцы приезжают, вываливают, говорят, ну нафиг, приезжают назад. Это тайное золото партии, оно превращается, ну или железо. Самое интересное, что в докладах как бы не написано, что я с кем-то торгую железом. То есть, все количество железа, которое как бы, типа есть, оно у меня есть типа железо. Но... Ладно. Не буду хвастаться про свое железо. Осталось, я вот
Ну нажми наконец хода, отвиси. Я нажал. Ничего не происходит. Ожидание игрока Халецки мне написано. Ну здорово. А теперь сейв загрузим. Ожидай тогда меня. Все, так я ожидаю, уже за водой сходил. Ладно, давайте пока перерыв-то, подождем Лешу. Я предлагаю тогда сейв грузить, раз заход не прошел. Да, не да, прошло. Да, что вначале пытаться украсть поселенца, если прям в границах города. То есть ладно бы он где-то далеко был, ты его забрал, ушел там за 10 лет, Артем, Артем, а тут ты вот в упор. Нажмись уже. В смысле? Все? У меня уже Роберт Брюс на экране. Я еще убил. А, все лучше. А я уже даже хожу. А плюс не поставил. Ай-яй-яй, все поставил. О, есть 13. О, ворот по-другому. Я не знаю, стоит ли мне сейчас гавань строить, честно говоря, в столице. Какой ингерский. Таки да. Короче, немец, я тебе скажу так. Главное с Грузией не дружить. Будь потому что если кто-то из нас дружит с Грузией, он идет на третьего. Да, да, согласен с тобой. А так, в принципе, я согласен тут мирно существовать. Место есть, развиваться есть куда. Ну да, да, в принципе, я не знаю. В Египет. Я выйду в Золотой век, куплю поселенца за веру просто. Кстати, я думаю, может все-таки попробовать верой победить. То есть у меня дофига веры идет. Я, например, могу со всеми заключить дружбу. И... Так, какой... Ну вот, мне теперь вместо Грааля дали зуб. Неравноценно, по-моему. В чем разница? Я не знаю разницы. У тебя зуб лежит или священный Грааль, как бы, по-моему. Священный зуб тоже неплохо. Понимаешь, он священный, он может все. Грааль просто чашка. Просто чашка. Я видел документалку, там археолог чашку взял и все сломалось. Там еще фашисты были. Очень хорошие, мне понравилось. Да, да. Ой, документальный Индиана Джонс, да? Ну, отличная документалка, не знаю. Я считаю, там все исторически верно показано. Так. Я инженер... А, я захотел в стриме выйти. Так, Андетка, сколько тебе до союзов? Я только до феодализм открываю сейчас. А зачем тебе феодализм сейчас для... Сейчас не модно феодализм ходить. А зачем тебе феодализм для союзов? Для союзов он мне нужен, но вот для рабочих я сначала феодализм всегда открываю, а потом уже союзы. Слабак. Может, мне военный лагерь открыть на тот случай? А что это вообще бонус? Плюс одно население, плюс одно жилье во всех городах. Хорошее чудо, но... О, храм Махабодхи я же хотел в Лодзе, да, только сначала надо... Блин. Мне бы лучников построить 3 штуки. На самом деле. О, тут уже не растет город. У нас, блин, ну почему вот этих всех торговцев забирают какие-то, блин, может, меня
провести. Давайте я проведу. Инвестиции в центр коммерции. Три хода. А ему сколько? За три хода 20. Он заберет. Ну блин. Ладно, надо начинать, я думаю, под реремы строить. Может, тогда военную подготовку откроем? Два хода, чтобы поменять карточку на квадриремы. Инвиктус, ты так и не рассказал, где ты? Я сразу за Грэм. Я только Ацтека нашел, поэтому я не знаю, вот по отношению к Ацтеку расскажи, где ты. Я даже не вижу, где он, куда он пришел. Так Карфагеном я. Карфаген, знаешь? Нет, ты кто с ним вчера? Чего? Ты немец? Нет, я еврей. Ну я понимаю, ты за Германию играешь? Да. Ну что ты говоришь, что он немец? Ты там, Лёша, плывешь сверху, просто плыви дальше вдоль берега, найдешь. Там его границы видно возле берега. Здорово. Слушайте, а что, где-то кстати, вот эти хотят? Торговцы хотят Иерусалим, а эти? Непонятно, где-то что. Слушайте, ну я торговца скоро получу. Знаете, мне надо... Да. Сейчас следующим ходом надо перекинуть карточку на плюс одного посла. О! Так где это, конечно, Гонконг? Прикол, впервые вижу ГГшку на 56-м ходу, чтобы вообще не было ни под влиянием ни одной цивилизации. Как такое может быть? Может, он воевал с этой, кто-то, кто открыл эту ГГшку, и он с ней воевал в какой-то момент. И у него сбросилось количество постов на ноль. То есть, видимо, это был француз. Плюс квесты дурацкие. Это, видимо, француз был. Да, возможно. А, нет, кстати, он мог не воевать, а просто француз был союзником, его открыл, а так как ты вынес француза, то, соответственно, и нету никого. Тоже возможно. Вот я не знаю, вырубать. Я смотрел, видел, что ты коров носил. Да. Выгоднее? Ну, если есть холмы, зачем они нужны, коровы? Лучше фирма тройка на них построить. А если где-то холмов? Не знаю, там. Если тебе не надо, оставь. Я же их сносил, и у меня было что обрабатывать. Я город вырос, я обрабатывал холмы. То есть там выгоднее снести корову, обрабатывать холм 3-2, чем корову 3-1. На ее место можно поставить район или потом ферму тройку разожрать. Желательно под Магнусом ее, конечно, чтобы город сразу на единичку вырос. Так, сейчас надо не забыть. И ну, Леша, твой разведчик меня напугал. Почему? Вот дойдет торговый путь, я подумал, что ты варвар. А, ну да, похож. Объясните мне, пожалуйста, почему я не могу взять торговца? Не
Потому что кто-то первый в него вышел. Ацтек берет торговцы. Я беру. Вот послушай, вот точно такой же случай, был у меня с Египтом. Вот сейчас этого торговца беру я. Но почему я его беру? Ты же первый в него вышел. Да. А вот почему я его беру? Я не понимаю. Первый в лобби должен брать. Нет, стоп. Такая же система, как в этой. Ну, только Алёша не первый в лобби, разве? Я первый в лобби. Он в прошлый раз не первый брал. Нет, в прошлый раз я тоже первый брал. А, ты первый в лобби, ты первый берешь, тогда какие вопросы? Поэтому... Ну, вопросы в том, что это тупо. Ну... Я согласен. И с чудесами та же механика. Ну, как в пятерке было, все то же самое. Все вопросы к Сиду. Сид не виноват. Так, ну давайте... Так, слушайте, может я тут... Куда мне лучше, в Балтимор или в Вашингтон? Давайте в Вашингтон. Эль Сид. Смотри, тут немец расселился так активно. Пятяшка, дружим? Может, пока не открывать стримы, хотя бы парочку сделать. Еще лучников надо построить как-то. Так, значит, меняем. Здесь ставим плюс 100 морских юнитов, а здесь первый посол. Теперь отправляем... Что у нас тут? Ай, блин, я успел выполнить задание Иерусалима. Блин. А что он хотел? Я уже забыл. Так, торговый путь в Гонконг, крылатых гусаров. Ну, в Гонконг тогда отправлю. Встреча городских проектов. Блин, мне бы, конечно, вот все эти религиозные, чтобы еще больше веры шло. Кстати, мне еще и войско надо из 8. Так, надо не наемники открывать, а что-то быстрое открыть. А, ну сейчас два кампуса. У меня будет ускориться и кампусы. Вот это два хода. Монумент, древние стены, Ападана. Сэр, дадите мне проплыть. Не, вы не сэр, вы мистер. Мистер. Вообще, это должно быть эта хрень-нига. В чем ты? Это Америка. Это страна свободных. А не место нигам. Слушайте, у нас сейчас 100-й век до нашей эры. Тут вообще какие-то индейцы должны сейчас бегать с ней. Страшно. Ну это смотря где. Так, кого мы возьмем? Ваши города с священными местами оказывают влияние, если бы они были священными городами. О, это интересно. Канди, вы получаете реликвию при открытии каждого нового чуда природы. О, тоже интересно. Ваши строители теперь могут строить монастыри. Да, но только тут Грей, союзник Канди. Слушайте, а чудеса природы я нашел. Короче, сколько должно быть чудес природы? 4 или 5? По-видимому, 5. Я думаю, 5. Нас уже 8. Раз. Ну, я, походу, 2 нашел, я так понимаю. То есть еще 3. Как минимум где-то. Давайте на Канди тогда.
Блин, мне бы сейчас не открывать на самом деле. Храм Махабодхи, храм требуется. С караваны. Антон, я чувствую, что Грейс только вест нарастила на собой, если что, без тобой. Что-то есть такое, да. Грей, зачем ты нарастил? Он ресницы нарастил? Не знаю, что ты нарастил. Сейчас их обоих срубишь. Грей, давай ты с нами с обоими подружишься. Как можно дружить с людьми, которые уже 5 раз меня распилили на словах? Кто тебя распилит? Ты же великий Грейн уже. Мы пытались тебя напугать немножко. Попонтовались чуть-чуть. Мы признаем свою ошибку. Уже хевсурчик тут бегает. Тут холмы как раз. Вообще неприятно. До Гонконга, наверное, уже не добегает у меня караванчик. Нельзя дружить, ты меня осудил. Андетка, а что это тут за генерал? Разведывает бегает. Просто. Даже без юнитов. Он с той, чего он устарел уже почти, по факту-то. Ага, началось. О, начинается, да. Что случилось? Генерал? Нет, война. Война. Кто, Грей? Да. Ай-яй-яй. Грей, я думал, ты друг нам. Всему человечеству. Вармонгер? Не знаю, гавань строить, тут не строить. Где Стокгольм? Наверное, надо построить. Все-таки. Странно, я Инвиктуса не встретил, хотя я проплывал мимо его земель. Детка, а ты право проходу качечки дал? Да. Зря. Думаешь? Но он же морской, он и твои города увидит, и мои. Это с другой стороны, я думаю, что на двоих там и как-то с ним разберемся. Чего не представили, у меня остров вообще, я что, кому-то угрожал. Да, свои существования, это уже угроза. Да. Да у вас Грей угроза, а вы к чему мне представили, ко мне? Как он к нам угроза вообще? В каком виде? Я к вам угроза, в каком виде я вам угроза, объясни мне. Ну ты вообще грозился приплыть меня и вынести? Я не говорил, что я приплыву тебя и вынесу. Сказал, что через океан подать рукой. Как в песне. Не, ну в любом случае, то, что я сейчас ему дал право прохода, это дело нескольких ходов, десятков может быть, чтобы он открыл передвижение по океану. Все равно бы приплыл и увиделся. С чего я вообще должен плыть куда-то? Не хочу развиваться, не хочу. Я не удержу эти города, они же отвалятся. И вы мои не удержите, это бессмысленно. Все там нормально захватывается, ну что ты обманываешь? Нет. Я лично проверял. Я Англию захватывал, и они все равно отпадали. Появился за испанца на острове и нормально в другой конец карты приплыл и убил там все. Значит, там было не очень людно. Не, там очень много. Ну, я городов 15 там забрал. Не знаю. За Англию я захватывал, они назад отпадали. Я их задолбался перехватывать назад. Но это, правда, надо просто было много сразу захватить за пару ходов. Ну,
не получится. У Хисуров 65 в холмах. 65 чего? Силы. Длины. А, это этот. Юнит, да. Не знаю, брат, мне даже тебе ничего помочь. Так... Не бейся на холмах, как вариант. Встань не на холм. Так у меня тут везде холмы. А ты жалуешься? У человека горе, у него все холмы, понимаешь? Беднявка. Да, это, конечно, подстава от игры, все в холмах. Это прям... Лучше бы у тебя было все как у меня. На острове, да, и ровно. Эй. Что? Попозишь сделку. Сделку? Инвиктус, сдаешь друга? Сделку-то мне ничего не приходит. Ну, мы не друзья. Ну, смотри, чувствую я, что ты фантома убьешь. А как насчет напасть на него? Да ничего, не могу, ну не знаю, у меня нету. Я не знаю даже. Я перефразирую. Нет. Ну, что-то вроде этого. Ладно, я посмотрю. Когда там золотой век-то? Один ход. Давайте я, наверное, ну, на строителей вот так сделаю. Так, дальше я хочу после госслужбы в наемники. Мне все-таки 8 юнитов надо наземных. Грей, где там Стокгольм? Понятно. Да ладно, ты ж построил 17 разведок, я знаю. Я был занят. Ладно. А, детка, что это за ученый? Типа рядом с чудесами, который? Да нет, это просто тоже исследователь. Ну, это, короче, ученый, который дает лечение. А... То есть, плюс 20%... Плюс... То есть, тут генерал, тут ученый для лечения. Что-то меня это смущает все. Дружище, просто... все хорошо. Мы просто хотим пройти. Ну, просто смотри, кем исследовать, это им удобно, у них большой, много хода, они бесполезны для всего этого дела. Еще лошадьми можно исследовать, можно сделать кучу лошадей. Рыцари отлично исследуют, там, да, проходя через города. Нет, варваров не убиваю, не умираю. Я так и исследую всегда, а вы как? Ты хифсурами исследуешь сейчас, не это... Плюс 2 действия, 4 очка. Ну, монументальность надо. Полечусь пока тут. Я уже, кстати, могу по океану плавать, но если могу плавать по океану, кстати, пойдем-ка мы найдем. А, нет, не могу. В следующем плаваем. Пойдем-ка найдем качечку. Оп.
Падана, мавзолей. Юниты надо построить. Юниты лучников. Так, это 3 будет для ускорения арбалетов. 4, 5. Кого мне еще? Мне еще 3 юнитов надо построить. Ну, давайте, наверное, воинов. Построен великолепный кампус. Отличный просто кампус. Просто бусечка, а не кампус. Ты купающийся рабочий. Ты тоже с Грузией воюешь, что? Конечно. Поселенцев за веру. 160. 180. Так, лучник. Тут лучник все-таки не один ход, а 2 строится, я вижу. 3 лучника есть. Давайте тут еще дуболома. А здесь коляску. Пока в Краков. Еда требуется. Виктус, зачем тебе Махенджидару? У тебя что, речек нет? Ой. Здесь на стучке бегаешь. Не, я понимаю, но речек-то у тебя есть? Нормально, вот 6 веры все-таки. Ой, 6 культуры. Это офигительно, по-моему. Дополнить. То есть мне. Я могу забыть про театральные площади. В принципе, их не строить. Да, у меня не будет. Но мне надо как-то реликвии попытаться заполучить. Для этого мне нужно канди. Вызвать вдохновение для социального института «Морская традиция». Уничтожьте врага при помощи квадрирема. И, кстати, мне можно Амани посадить в Канди. Во, мне надо будет нанять Амани и посадить его в Канди. Так, а где мне найти... Инвиктус, поменяешь соль на сахар или на шоколад? Есть у тебя соль? Ты только что дал соль, я тебе на песенку поменял. А, точно, ладно. Брюс, меня устроит нефрит или мрамор на соль? Ацтек, ты же по идее не можешь проиграть в Грузии. Ты же на 2 континентах. Я, да. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!